Вітаю! На телеканалі «Сфера» програма «Гість в студії». І в рубриці «Медицина» ми говоримо про наше здоров'я. Одні довіряють лише традиційній медицині, інші ж навпаки – шукають порятунок в народних методах лікування. На жаль, не дивлячись на всі досягнення сучасної науки в медичній галузі, іноді виникає необхідність пошуку альтернативних методів лікування. І у тих випадках, коли, здавалося б, вже всі шанси на одужання втрачені, люди згадують про гомеопатію, феномен якої досі визнаний вченими однією із найскладніших загадок сучасності. Щоб розібратися, що таке гомеопатія і чи допомагає вона людям, до нашої студії я запросила лікаря-терапевта та гомеопата Романюк Тетяну Анатоліївну. Романюк Тетяна Анатоліївна – терапевт-гомеопат. У 1994 році закінчила лікувальний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. 1994-1996 роки – інтернатура з терапії при Тернопільському державному медичному інституті. 1997 рік – спеціалізація з гомеопатії у Київському гомеопатичному центрі імені Попова. 2003 рік – закінчила Лондонський факультет гомеопатії у Москві. 2003 рік – участь в майстер-класі Раймонда Севера, Лондонський факультет гомеопатії. 2004 рік – участь у семінарі підвищеної складності за клінічним гомеопатичного методу Рассела Малькольма, Центр інтегрованої медичної освіти, Лондонський факультет гомеопатії. 2005 рік – участь в авторському семінарі з класичної гомеопатії Дідія Гранжоржа, Франція. 2006 рік – участь в майстер-класі Т.Д. Попової, можливості гомеопатії в лікуванні системних захворювань сполучної тканини, у тому числі колагенозів. З 2008 року – голова Рівненського обласного гомеопатичного товариства, член правління Асоціації гомеопатів України. Пані Тетяно, вітаю вас у нашій студії. Да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Скажіть, що ж таке гомеопатія і звідки ж вона взялася? Гомеопатія – это раздел медицины, прежде всего, в основу которого положен принцип лечения подобного подобным. Если отмотать немножко историю назад, то еще в давние времена врачи замечали, вот ученые-врачи, которые писали свои труды, они замечали и излагали в своих трудах утверждение о том, что подобное можно лечить подобным. Что это значит? Я вот приведу пример. Например, при отравлении настойкой чимерицы возникает психическое нарушение, галлюцинации, буйство. И этой же чимерицей в маленьких дозах врачи древности пытались лечить достаточно с успехом, облегчать состояние больных психиатрических, значит, с психическими нарушениями, которые напоминали отравление этой же чимерицей. Це як, наприклад? Це так діє метод подібний, лікується подібним чи як? Я говорю только за наблюдение, которое делали многие столетия назад. То есть гомеопатия как наука еще не была создана, и не были созданы и сформулированы ее принципы. Я говорю за те наблюдения, за тот практический опыт, который накапливался столетиями. То есть этот накопиченный досвід из минулого, он перешел в сучасність, так? Так. Да, да, совершенно верно. Значит, было замечено, что вот вещества, которые в больших дозах вот вызывают болезненное явление, в малых дозах его лечат. Больше 200 лет назад замечательным немецким ученым Самюэлем Ганнеманом, философом, экспериментатором, ну, человеком с большой буквы, было впервые вот этот весь опыт вековой уложен в научную стройную систему. Так возникла гомеопатия. Ганнеман впервые сформулировал принципы, потому что он проводил достаточно много экспериментов как на себе, так и на своих, значит, и проводили на себе эксперименты его друзья, его коллеги-врачи. А какие принципы гомеопатии? Я немножечко вернусь назад для того, чтобы объяснить, каким образом были сформулированы принципы. Так. Поскольку Ганнеман работал переводчиком еще, он владел многими языками, работая над одним трудом научным, он заметил такую странную вещь, что описываемые симптомы отравления корой хинного дерева, они поразительно напоминали симптомы малярии.
Это его удивило, и он предпринял достаточно смелый шаг. Он провел эксперимент на себе. Он принял порошок коры хинного дерева в большой дозе. Еще відбулося. А через некоторое время у него возникла полная картина симптомов малярии. Хотя на самом деле малярии не было. Это настолько его впечатлило, что он продолжил свои эксперименты. Мало того, к нему присоединились его друзья-единомышленники. И таким образом начали испытывать яды в малых дозах на себе. Все результаты экспериментов тщательно записывались. Таким образом вышло первых 4 тома чистого лекарствоведения, основного труда Ганемана, в которых описывалось около 60 выпадки. Около 60 лечебных средств, которые были испытаны, ядов, одним словом, и растительного, и животного происхождения, и минерального. Вот. И Ганеман продолжал эксперименты. Он пытался лечить людей, сравнивая вот эти симптомы, полученные при испытаниях, с симптомами болезни, которые были на то время вот, известны. И при совпадении он пытался малыми дозами исходных ядовитых вот этих веществ лечить людей, симптомы которых напоминали симптомы испытания. И эта методика по сегодняшний день используется в гомеопатии, так? Да, он сформулировал принципы. Первый принцип – лечение подобного подобным. То есть то, что в больших дозах вызывает, в малых дозах лечит. Вот отсюда он и дал название – гомеопатия. Цікаво. А если, скажем, у меня, например, безсоння, так, то каким чином подобное, например, безсоння можно лікувати чем? Якимось засобом, який викликає безсоння, чи як? Значит, это относится к объяснению третьего принципа гомеопатии. Для того, чтобы понять, какие конституции можно лечить, в каких ситуациях можно использовать то или другое вещество, нужно проводить испытания на добровольцах-экспериментаторах. Вот. Поэтому я должна буду, как врач, вот на приеме, да, определить вашу конституцию, ваши склонности, ваши особенности, ваш наследственный анамнез, чем вы болели за свою жизнь. То есть все то, что лично ваше, вот ваш багаж за вашу жизнь, чем вы болели, к чему вы склонны, как вы перенесли прививки в свое время, не было ли никаких травм. То есть собирается очень много информации, учитывается и телосложение, и характер, вот даже, потому что есть и холерики, и сангвиники, тоже значение имеет. Гомеопаты своего рода и психологи. Да. Вот. На основе и я должна понять, вот на основе вот этого собранной информации, почему у вас развилась бессонница? То есть тут очень много информации собирается, анализируется, что послужило. И исходя из этого назначаю лекарство или травяного происхождения, или минерального, или животного происхождения. То есть вы призначаете лечение на основе детального, попереднего исследования? Обязательно. Повної картины стану здоровья пациента? Для выбора подобного лекарства, для того, чтобы все принципы подобия были соблюдены, нужно придерживаться тщательного сбора симптомов, определения конституции и выбор лекарства и лечения. Пані Тетяно, ми би цікавились у рівнян, чи знають вони взагалі що-небудь про гомеопатію. І що з того вийшло, дивимося далі. Кажіть, що ви знаєте про гомеопатію? Я нічого не знаю. Ні, нічого не знаю. Я не знаю. Це, вона має такий принцип, чим захворіли, тим і лікуєтесь. Це ж медицина з кров'ю зв'язана, да? Це лікування на основі лікарських рослин, там таблеточки виготовляються. Перше чую. Ні, у мене дитина зараз аденоїди, тому нам треба до гомеопата, а так якби? Ні, я не знаю. Гомеопат – це лікар, який лікує, не скажу, не пам'ятаю просто. Ну, в умілих руках хороша річ. Не користуюсь, чесно, не довіряю. Ну, вроді чув таке слово, але що воно означає, не знаю. Для тих, хто щойно приєднався, нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії є лікар-терапевт та гомеопат Романюк Тетяна Анатоліївна, і ми говоримо про гомеопатію. Отже, пані Тетяно, із нашого опитування ми бачимо, що багато хто взагалі не знає, що таке гомеопатія, а є деякі люди, які ніби це слово у них не на слуху, але тим не менше значення його пояснити вони не можуть. Що ви можете сказати з цього приводу?
Я думаю, что всему виной здесь отсутствие должной информации. Какие вы можете назвать недоліки и переваги гомеопатии? Значит, преимущество прежде всего в том, что гомеопатия – это очень мощная регулирующая терапия. Она не лечит запчасти, так как это делает традиционная медицина. Будем откровенны. Лечится одна система, потом вторая, третья. Гомеопатия берет человека со всеми его особенностями в целостности. Тут целостный подход. И в этом огромное преимущество. Кроме всего, отсутствие токсического эффекта. Отсутствие побочных действий за исключением бесконтрольного приема разными пациентами, которые пытаются самостоятельно лечиться и подбирать гомеопатию, принимают гомеопатические препараты, принимают их неконтролированно, как хотят, в каких угодно разведениях и в каком угодно количестве, поскольку бесконтрольное применение оно приводит к обострению определенных проблем. А чем отличаются гомеопатичные препараты от обычных традиционных леков? И как вообще они выготовляются? Гомеопатические препараты, они изготавливаются определенным методом потенцирования, разведения и потенцирования. То есть, объясню. Значит, для того, чтобы получить активный гомеопатический препарат, недостаточно, как думают многие, каплю раствора на ведро воды. Так иногда скептики говорят, таким вот раствором как бы лечат людей. Неправда. Для того, чтобы получить активный препарат, нужно провести растворение исходного вещества, поэтапное растворение, встряхивание, определенную серию встряхиваний или по-другому динамизации. И только когда пройдет определенное количество циклов растворения встряхивания, раствор он приобретает активность. Причем Ганнеман, он еще с самого начала заметил, что чем больше растворения, тем больше внутренняя сила активности. А чего выготовляется эти рощи? Берутся материнские настойки. Растирание. То есть это могут быть настойки трав, материнская настойка, вытяжка, например, там яд, минеральный яд тот же самый, мышьяк, ртуть. Вчені по сьогоднішній день не розуміють той феномен, як розчин, в якому не міститься жодної молекули ліків, допомагає у лікуванні. Що ви скажете з цього приводу? То, що не можуть об'яснити, це ще не значить, що цього не существує. Є таке поняття, як факти, а факти – віщ упряме. Ученые, исследуя разные другие явления, они открывают такие феномены, которыми можно и объяснить как бы косвенно суть действия сверхмалых доз. Например, исследование воды показало, что вода – это очень динамичная структура, которая изменяет свою форму молекулы в зависимости от действия, воздействия, там музыка, шум, даже эмоции, и способна записывать информацию. То есть хранитель информации. И вот когда приготавливаются растворы, вот это самое интересное, то, что многих интересует, вот в процессе приготовления, как получается, при этапах разведения, встряхивания, количество исходного вещества, оно уменьшается. Токсичность практически сводится к нулю, вы понимаете? А внутренняя сила и активность становится выше, чем выше разведения. Вот в этом феномен. Фактически там может не оставаться ни единой молекулы исходного вещества, а активность сохраняется. Как это можно объяснить? Информация. При встряхивании и разведении, при постепенном прохождении этого процесса, происходит просто переписывание информации с молекулы носителя на молекулу, с молекулы исходного вещества на молекулу носителя. То есть раствор, лишенный токсичности, он несет в себе информацию о яде, о действующем веществе. Вот. И попадая в организм, он заводит внутреннюю, приводит в движение систему саморегуляции, что приводит к выздоровлению, к улучшению состояния. Вы сказали, что факты говорят сами за себя, так? Да. То если говорить про факты, то от які хвороби взагалі можна лікувати гомеопатією? Я вам скажу, что нет болезни, при которой бы с положительным результатом нельзя было бы попробовать гомеопатическое лечение. Поскольку гомеопатия – это
воздействие на саморегулирующую систему каждого организма. Все хронические болезни, и онкология, и туберкулез, и другие не менее серьезные болезни, они происходят из-за того, что в организме отключается саморегуляция. Вот человек, он фактически как карточный домик рассыпается. Организм не видит, он как бы слеп, он не видит, где проблема. Нет, саморегуляция не срабатывает. Так вот, попадая внутрь гомеопатический вот этот стимул, вот эта информация, организм ее считывает на минимальном уровне, и запускается система саморегуляции, которая сама же приводит к улучшению состояния. Саморегуляция, то есть организм сам себя регулирует? Абсолютно точно. Мало того, еще сам себя лечит. И вы хотите сказать, что даже такие хвороби, как туберкулез, гепатит С, рак, можно лікувати за допомогою гомеопатии, и это дает позитивные результаты? Положительные результаты, конечно, есть. Не всегда, но они есть, потому что положительный результат зависит от очень многих факторов. А от чего это зависит? Это зависит от правильности подбора средства, от того, как человек среагирует больной, насколько здоровье его разрушено перед этим, то есть как его реактивность. На каком уровне ответит он на гомеопатический стимул, то есть запустится его система регуляции или нет. Вот от этого зависит. Кроме всего прочего, много, хотела бы еще сказать, что много положительных случаев лечения тяжелых болезней наблюдается в бедных странах. Там, где пациенты, Индия, там, где пациенты, они не могут позволить себе дорогостоящее лечение за рубежом, дорогостоящее противоонкологическое лечение, там, противотуберкулезное. До речи, насколько я помню, в Индии гомеопатия имеет официальный статус, да, так? Да, в Индии очень сильно развита гомеопатия. Я продолжу, Таня. И вот эти больные, бедняки, они обращаются именно к гомеопатам, классикам, и достаточно высокий процент хороших результатов. Есть клиника доктора Аджита Кулкарни в Индии и Раджана Шанкарана. Это очень сильные гомеопаты, очень талантливые врачи с высочайшим уровнем образования, вот, которые добились на сегодняшний день поразительных результатов лечения, да. Скажіть, а у вашій особистій практиці, які, чи ви можете пригадати найскладніший випадок якийсь, який вдалося вилікувати завдяки гомеопатії? Сложних случаїв много їх було. Я вот не могу привести какой-либо один, потому что действительно гомеопату, вот я практикую классическую гомеопатию, обычно попадают на прием пациенты, которые уже имеют стаж проблем своих хронических, которые перепробовали разные варианты традиционного лечения и приходят в таком состоянии, как вам объяснить, ну, залеченности. Да? Вот в хроничном состоянии. В хроническом залеченном состоянии. Вот. И приятно видеть, когда включается эта регуляция, происходит очищение, происходит улучшение постепенно, поэтапно. Конечно, одним курсом лечения не обойдешься. До речи, про курс. Через сколько часу настає одужання после того, как пациент приходит до вас? Это может быть тиждень, месяц, півроку, рік, роки? Значит, если это острое заболевание с температурой, гомеопатия не только применяется при хронических проблемах. Она с успехом применяется при лечении пневмонии, острых бронхитов, гриппа, ну, всевозможных температурных острых проблем. Вот. То выздоровление наступает достаточно быстро. Не требует много времени. Если хроническая какая-то проблема еще не настолько запущенная, так, и возраст молодой, времени, конечно, меньше. Это может быть полгода, это может быть 4 месяца, в зависимости от того, когда возникла проблема. Чем запущеннее по времени заболевание, тем больше времени оно требует для того, чтобы поправить здоровье, фактически для реставрации. Зрозуміло. Що ж, прийшов час підводити підсумки нашої розмови. Отже, гомеопатія – це метод лікування, в основу якого покладений принцип подібності. Подібне лікується подібним. Сировиною для традиційних гомеопатичних препаратів служать речовини рослинного, тваринного і мінерального походження. Гомеопатія як наука сформувалася близько 200 років тому, проте в Україні тільки недавно отримала достатнього поширення. Це найдавніше медичне вчення отримало популярність у всьому світі завдяки тому, що лікує не тільки хвороби, але й причини її виникнення. При будь-якій хворобі можна підібрати
обрати гомеопатичне лікування, яке обов'язково дасть позитивні результати. Пані Тетяна, наша програма плавно підходить до свого логічного завершення, і у вас є можливість така звернутися до глядачів із побажанням. Я желаю всем уважаемым зрителям быть здоровыми и прислушиваться к своему внутреннему «я». Всего хорошего. А я нагадаю, що сьогодні ми говорили про гомеопатію із лікарем-терапевтом та гомеопатом Романюк Тетяною Анатоліївною. Отож, бережіть себе, не хворійте, будьте здорові і до побачення.